И в заключении хочу показать вам костел Божьей Матери в Мостах. Это Гродненская область. Начал я с живописного места. Также здесь небольшой мостик. Кстати, недалеко, в 5 минутах, также есть храм. Сейчас пока там закрыто, не пройти. Ну, кому будет интересно, всего тут в Мостах 2 православных храма, 1 костел. Подошел к костелу. Стиль также неоготика. Очень много у нас, как я уже говорил, костелов данного стиля. Поверхностно виден он. Наверное, еще тоже закрыт. Сейчас вам покажу. Территория благоустроена, с цветами. С левой стороны, как видите, интересная колокольня. Красный кирпич. Написано, видимо, на польском. Непонятно. На сегодня, ребята, все. Жмите на колокольчик, поставьте лайк, если вам понравился ролик. Подпишитесь на канал. До новых встреч!